Всем привет, это жизнь барахольщика. Я зарабатываю тем, что перепродаю старые вещи. И барахольщик очень доволен. Он сошел с ума и купил 1300 компакт-дисков. Это обалденная коллекция. Я приехал на адрес, там молодой человек. Его брат уехал в Америку жить. Там живет и сказал, ему ничего не надо. Он позвонил мне, я приехал и купил у него 1300 компакт-дисков. Это обалденная коллекция. Люди собирают ее годами. Посмотрим. Это огромная коллекция, я устал ее носить. Здесь 1300 компакт-дисков. Я когда их увидел, думаю, все, надо брать. Сначала, когда я ехал на адрес, я боялся, что там какая-то ерунда, но когда я увидел эти компакт-диски, я обрадовался, а когда узнал цену, я просто был в восторге и, конечно же, не смог отказаться. Эти диски просто обалденные. А я смотрю и первый раз такие вообще даже названия слышу. Я понимаю, что столько людей, столько музыки. Каждый же придумывал обложку. Многие компакт-диски я вообще вижу впервые. Они вообще лицензионные, не распакованные. Какие-то группы, названия, я их вообще не знаю. Я разочаровался в своих познаниях, потому что здесь что не компакт-диск, я впервые слышу эту группу. И столько музыки. И это какая-то малая часть. Я не представляю, что творится в мире. В каждой стране есть какой-то свой музыкант, герой, какие-то хиты. Наверное, в каждом компакт-диске какой-то свой хит. Что это за группы, что это... Вот Сантана еще знаком. А вот это вот, Под Хейл, не знаю, что это такое. Или вот это вот, что за группа? Кабарет, Дудок, польская какая-то. Это обалдеть. Еще некоторые вот прямо упакованы целыми блоками. ABC of the Blues. Просто не распакованный, он еще не успел ее послушать. Наверное, он либо собирал, либо коллекционировал. Я так и не могу понять. Антология. Это Польша. Прямо с буклетом какая-то. 1939-45, наверное, песня. Многие диски лицензионные, необычные. Шопен. Или Татьяна Шибанова. Да, таскал я, вспотел весь, сейчас раскладывал тоже, но я не жалею. Как их продавать, наверное, я буду часть, наверное, сам слушать, потому что как их всех прослушать, я тоже не понимаю. Мне тяжело читать названия, у каждого своя обложка, у каждой какой-то группы, исполнителя своя история, сколько в мире всего происходит, и я об этом не знаю. Как об этом вообще? Да. Удивительно, конечно. Потрясающе. Отложу эти компакт-диски, буду слушать. Потом, наверное, разберусь и буду продавать. 576 рублей. Это где-то он здесь покупал. Даже не распакованный. Это тоже 608 рублей. Интересно, и здесь и Россия, и какие-то Германии, и разные-разные группы. Я не знаю, как их показать, вот этот необычный диск. Библиотека, институт. Это все Польша почему-то. Очень много Польши. Вот этот необычный диск. Дэвид Грусинг. Очень красивые обложки. Что это за исполнитель? Хм. Такой тоже красивый какой-то. Муры Андрей Ходанович. Маргарет. Сейчас какой-нибудь компакт-диск возьмем, послушаем. Главное, чтобы YouTube не заблокировал. О, Modern Talking, Россия еще. Да. Компакт-диски любят, оказывается. Я в последнее время раньше думал, что они уже отжили свое, но нет. Их слушают в машинах, покупают. Еще до сих пор существуют магазины, где их продают. Вот эти вот не распакованные целиком. На романтической волне. Вот так вот судьба сложилась. Компакт-дисков человек собирал. Я даже не представляю, сколько он денег потратил. Если каждый компакт-диск стоит 300, 200, 100 рублей, 500. Я думаю, что вот такие наборы, они вообще, наверное, дорогие. Тысячи по две, по три. Какие-то тоже. Здесь, если 1300 дисков, если даже по 100 рублей, это уже 130 тысяч рублей. А вряд ли они были по 100 рублей, потому что, мне кажется, они рублей по 200, по 300. Это были, сколько он денег потратил, 1300 на эти деньги, на эти компакт-диски. Это просто безумие. А брат взял и продал все.
Джимми Хендрикс. Ну, хоть вот какое-то знакомое название. For Robert. Эрик Клэптон. Led Zeppelin. Остальных я просто не знаю. Я просто не знаю, какой-то недалекий. Получается, что столько музыки в мире, которую я даже ни разу не слышал и не... Как это все осознать, как понять? Столько упущено и хочется послушать. Это просто, наверное, каждый человек какой-то, какая-то легенда в своей стране. Ее слушали какие-то фанаты. Это просто, вот как, можно сказать, тоже антиквариат уже становится. И, наверное, тоже будут какие-то коллекционеры, которые собирают. Наверное, сейчас есть коллекционеры, как пластинки собирают, так же и диски. Просто я не знаю, сколько диски хранятся по времени. Но, наверное, тоже есть среди них дорогие и дешевые. Давайте попробуем кого-нибудь послушать, любую группу. Главное, чтобы нас YouTube не заблокировал. В куче нашел диск Зацепина, даже с автографом, похоже. Барахольщик очень доволен, компакт-диски — это обалдеть. У меня еще в прошлом году я купил офигенный проигрыватель, я его собрал. Очень жалею, что я не заснял, как я его покупал, как собирал, как его чинил. В итоге починил колонки, звук офигенный. И не было компакт-дисков, ни пластинок, пришлось покупать проигрыватель специальный для пластинок. Потом я, может быть, сделаю видеообзор этой техники. Она офигенная, суперская. И сейчас появились компакт-диски, чтобы я слушал музыку. Какие-то я, конечно же, продам большую часть, но какое-то вот волшебство. Появился вот в прошлом году проигрыватель, вот сейчас появились компакт-диски, пластинки. Жалко, что некогда слушать музыку. Я бы с удовольствием бы целыми днями бы ставил бы пластинки, диски, слушал бы, пил бы чай, ел бы пирожное и наслаждался бы музыкой. Тем более столько исполнителей, столько всяких разных героев, и вот это вот все, кого-то уже нет в живых, кто-то еще только вот на пике популярности. Как их всех прослушать? Как понять, который нравится мне? Как впитать вот эту вот энергию музыки? До новых встреч, спасибо, то, что посмотрели видео, поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарии. Как все диски показать, я не знаю, есть ли вообще смысл, но барахольщик вот так вот, он купил очень много компакт-дисков, по 10 рублей, и вот кто-то собирал всю жизнь, копил, откладывал, может быть, там люди не доедали, не допивали, покупал свой любимый компакт-диск, слушал, а мне все это досталось за 13 тысяч рублей, целая эпоха какого-то человека, целая вот его жизнь, можно послушать, понять, чем он увлекался, что ему нравилось, вот необычный такой срез. До новых встреч, спасибо за просмотр!